Всем привет, меня зовут Анюта, и я снова рада вас видеть на канале Нютопуи. И сегодня, кроме наших бумажных коллекций со скрепышами и Lost Kitties, у нас в видео будут вот такие новиночки. Это же мини-лента 3. И посмотрите, тут будут объемные самодельные сюрпризы. Если ты уже подписан на мой канал, то большое тебе спасибо. А если ты не подписан, то можешь это сделать прямо сейчас, ведь впереди будет еще много интересных видео с самодельными сюрпризиками. И давайте сначала откроем оставшиеся два скрепыша Хэллоуин. Но если вы помните, в прошлом видео я спрашивала вас, как можно назвать скрепыша-котенка. Вот этого котенка, который скорее всего поет. Мне очень понравились такие имена, как Певыш, Бантыш, Артистыш. Больше всего мне понравилось имя Джентльменыш. Мне кажется, оно ему очень подходит. И давайте так его и назовем. И вот наше семейство Хэллоуинышей. Здесь уже есть Черепыш, Шляпыш, Глазыш и Паукыш. Давайте откроем оставшихся два пакетика и посмотрим, кто же там. Ой, какое милое привидение. И скрепыша так и зовут Привиденыш. У него такой прикольный бантик. Давайте привиденыша как-нибудь компактненько приклеим. Это привидение такое хорошенькое и даже не страшное. А я открываю следующий пакетик со скрепышом. Ну и конечно же, какой же Хэллоуин без тыквы. Но посмотрите, у этого скрепыша не написано имя. А все потому, что у нас уже был тыквыш в семействе Проднишей. И как назвать эту тыкву, я теперь не знаю. Поэтому, пожалуйста, помогите мне придумать имя для этой тыквы из семейства Хэллоуинышей. И приклеим его. Не очень он, конечно, помещается. Ну вот так. И вот у нас собралась семейка Хэллоуинышей. Напишите в комментариях, кто вам здесь больше всего нравится. Мне, например, Паукыш. А теперь я очень хочу открыть самодельные сюрпризы мини-лента 3. И посмотрите пакетики, и правда, прям как настоящие. И давайте посмотрим, что же здесь внутри. Сегодня я хочу открыть 4 сюрприза. Ой, здесь маленький стиральный порошок. Это порошок ушастый нянь. Вот он какой со всех сторон. И он такой мягенький. Тут вот зайка нарисован. И медвежонок в ванночке купается. А следующий я хочу этот открыть. Кстати, напишите в комментариях, кто собирает такие настоящие сюрпризы мини-лента 3. И что вам попалось? Мне вот, например, сок сейчас. Такой прикольный. Это яблочный сок, фруктовый сад. И вот он с другой стороны, но тут, конечно, не нарисовано ничего. Вот какие два сюрпризика у нас уже есть. Если вы хотите, чтобы я продолжала собирать эту самодельную коллекцию мини-лента 3, то ставьте лайк, ведь чем больше лайков, тем больше новых видео. А в этой коллекции целых 39 сюрпризов. И возможно, я даже соберу всю коллекцию. И теперь вот этот пакетик открою. Ой, и здесь колбаска. Вот, посмотрите, вот такая вот докторская колбаска, почти как настоящая. И еще один сюрприз. А это вот такой вот бальзам после бритья Nivea Men. Вот такая коробочка. И вот какие у меня самодельные сюрпризы мини-лента 3. Обязательно напишите в комментариях, какие вам понравились больше всего. Мне, наверное, стиральный порошок. И ставьте лайки, если вы хотите продолжения. А теперь будем продолжать собирать бумажную коллекцию Lost Kitties Mice Mania. И начнем с бумажных котят в молоке. Ой, какой котенок.
И он, по-моему, держит разный корм. Его зовут Манч. Смотрите, здесь есть и рыбный, и куриный, и еще какой-то корм. Ого, как много мы котов уже собрали. Вот уже будем клеить на новую страницу. И сюда его приклеим. А зовут его Манч. И еще один пакетик. Ой, какая кошечка. Она у меня уже есть, настоящая. Это балерина, ее зовут Гертруда. Вот сюда приклеим. И имя. И вот она, эта кошечка. А теперь продолжим собирать мышат в сыре. Кто же там у нас прячется? Ой, какой мышонок. Он у меня уже есть настоящий. Вот такой. Если помните, такой мышонок мне попался в прошлом видео. Его зовут Синкер. А мышата у нас чуть дальше. Их тоже очень много. Возможно, эта мышка будет последняя на этой странице. И приклеим этого мышонка, который достает какой-то мячик из ведерка, вот сюда. А может быть, это шарик мороженого. Так я и не поняла, что это такое. И еще два пакетика у нас осталось. Открою вот этот. А этот, по-моему, мышонок у меня тоже есть. Вот такой вот. Его зовут Чизин. Но его уже придется клеить на следующую страничку. Приклеим его. И имя. Маленький мышонок. И еще один пакетик. Ой, какой прикольненький мышонок. И он, по-моему, залез в пончик и хочет его укусить. Этого мышонка зовут Спринклс. Вот сюда приклеим этого миленького мышонка с пончиком и имя. Спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. И спасибо всем за лайки, подписку и колокольчик. С вами была Анюта. Всем пока! Мини-лента рулит!